Вопрос. Кто из вас ни в какую не планирует никуда уезжать? Только в Молдове обучаюсь. Ни за что, если мне дадут бесплатную возможность, не поеду. Хорошо. И последний вопрос. Кто еще не знает, где будет обучаться после того, как окончит 12 класс в этом году? То есть, кто не знает, поднимаем ручки. Окей. Учтите, у вас тут уже 4, как минимум, очень реальных источников, которые могут определить вашу жизнь. Где вы будете жить последующие 3-4-5 лет. А жить надо не в Молдове следующие 3-4-5 лет. Не в Молдове. Я так к ученикам обращаюсь. Как говорил и Роберт, и коллеги, я присоединюсь, так как 16 лет тому назад я тоже был в 12 классе, оканчивал школу в Кишиневе, и тоже задавался вопросом, куда мне уезжать? Именно так ставил вопрос. Не то, чтобы не люблю страну, обожаю Молдову, люблю ее, собираюсь провести здесь всю свою жизнь, но обучение знал, что не хочу в Молдове. Оказалось, в конечном итоге я провел 5 лет волшебных, и как и в случае Роберта, тоже думаю, что наверняка самый красивый период в моей жизни. Я учился в Болгарии, в американском университете в Болгарии. Разные опыты, разные углы вам были представлены. Прошу вас, вопросы.